сегодня была произведена операция удаления зуба 3-6 с одномоментной дентальной имплантацией. В чем причина, почему пришлось удалять зуб и одномоментно устанавливать имплант? Какие критерии мне позволили сделать это своей пациентке? Ну, первое – это наличие кистогранулемы на двух корнях. И второе – это наличие расширенной периодонтальной щели в области медиального щечного нерва. Поэтому, проводя операцию резекции верхушек корней, скорее всего, мы бы получили там рецидив кисты в связи с тем, что пищевой бульон, инфицированный бульон из полости рта попадал бы все-таки в ту область, которую мы соперировали через расширенную периодонтальную щель. Было принято решение по согласованию с нашей пациенткой о том, что мы удаляем зуб и по возможности устанавливаем дентальный имплант. При удалении зуба мы знали, что этот зуб ранее лечен резорбционно-формалиновым методом. Мы предупредили нашу пациентку, что возможен скол кости или скол самого зуба. Но удаление зуба не вызвало каких-то больших проблем, за исключением дистального щечного корня, который скалывался, и было немножко более сложно его удалять, чем медиальный щечный корень. После удаления мы выбрали положение, где больше имеется костной ткани, сформировали ложе под имплант, и был установлен имплант диаметром 4,8, длиной 10 мм, компании Штраума. И лоскут был ушит. В данном случае мы не применяли остеопластический материал, а формирование кости будет идти под кровяным сгустком, и связано это с тем, что в этой области активно имеется склероз костной ткани, который может дать воспалительный процесс. Поэтому остеопластический материал и мембрана как таковая не применялась. Были наложены швы, в постоперационном периоде был сделан контрольный снимок рентгена, который показал, что имплант стоит удовлетворительно, полностью погружен в кость, и также проведена противовоспалительная терапия. Пациентка будет находиться под нашим контролем.